В отличие от других лечебных организаций, которые входят в состав Видновской районной клинической больницы, амбулатория в поселке совхоза имени Ленина подчиняется напрямую Министерству здравоохранения Московской области. Это накладывает определенные ограничения на работу поликлиники. У них есть специалисты, нет узких, они не могут их содержать. Не могут содержать, потому что, значит, должно быть достаточно. У нас одноканальное финансирование, которое не обеспечивает зарплатами всех специалистов. Его недостаточно по количеству прикрепленного населения в совхозе, его недостаточно этих денег, чтобы содержать всех специалистов. Депутат Александр Баюкрин и общественник Артем Грудинин пришли на встречу к главному врачу ВРКБ, чтобы узнать, есть ли выход из положения. Бутай Бутаев рассказал, что встречался с главврачом амбулатории совхоза Ириной Тураевой, и совместная работа уже началась. Пришел к ней пациент какой-то, и она понимает, что ему нужно отправить к узкому специалисту. Мы ей дали доступ в нашу программу, и она сразу сама автоматически записывает на свободное время, дату, на свободную ячейку к этому специалисту. По словам Бутая Бутаева, сейчас жители поселка совхоза имени Ленина имеют возможность посещать и амбулаторию развилки. А начиная с августа поликлинику в совхозе начали посещать врачи узких специальностей. Взаимодействие уже налажено, что уже узкопрофильные специалисты детские приезжают. Для взрослых все тоже налажено. Люди могут записаться в любой момент. Мы благодарим администрацию Видовской районной больницы за прием, за то, что все разъяснили, за оказанное содействие. И надеемся, что в перспективе мы наладим плотное сотрудничество между нашим поселением и именно вот больницей на благо жителей. Тем не менее, участники встречи отметили, что пока нет полной информации о том, какого оборудования нет в амбулатории, а также какие узкие специалисты наиболее востребованы. А потому уже в ближайшее время Александр Баюклин и Артем Грудинин намерены встретиться с главным врачом поликлиники совхоза. Это ближайшие планы. Я думаю, на следующей неделе мы прямо с этого и начнем. И здесь нет понимания, что там с оборудованием, что там со специалистами. И у нас этого понимания нет. Но с ней же есть договоренности. Мы встретимся на следующей неделе обязательно. Кроме того, в настоящий момент собираются мнения и пожелания жителей поселка совхоза имени Ленина, чтобы сделать работу местной амбулатории максимально эффективной. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.